Доброго времени суток появилась вот такая библиотека, вернее, плагин. Акустическая гитара. Скачать ее можно бесплатно в данный момент. Вот здесь описание. Заходим на сайт. Я ссылочку скину. Переходим. Оплачивать ничего не надо. Выполняем функции, которые я делаю. Вот полный заказ. Заполняем здесь вашу почту и имя желательно. Ну вот я прописываю свой регион. Сразу высветилось. Теперь имя. Теперь дальше. Вот такое появляется. Переходим. Нам на почту приходит такое письмо, чтобы скачать. Скачиваем архив. Все, на рабочем столе распаковываем его для macOS и для Windows. Выбираем папку, в данном случае для Windows. Есть для macOS. Открываем и устанавливаем. Вот. Раз, раз. Выбираем папочку для сохранения любую. Такая у вас желательно на D сохраняй. Там, где плагины у вас. Вот я выбираю папку. Waste плагин, значит, установить. Это быстро. Заходим в свой. Да, у меня Cubase здесь. Выбираем вот этот файлик sample. Есть. Он автоматически добавляет и загружает. Он просчитывает. Вот, окей, нажали. Вот так. Это быстро. Окей, еще раз. Здесь показано аудио, ну, это можно нажать. Все. Она установлена. Гитара обыкновенная. Плагин бесплатный. Вот здесь настройки. Можно посмотреть. Информация. Вот такая гитара. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, пожалуйста. Если